За 5 лет все дворы Татарстана будут существенно преображены. Партия «Единая Россия» обратилась к президенту республики с просьбой поддержать проект «Наш двор», задача которого – благоустройство придомовых территорий в Татарстане. Рустам Минниханов идею одобрил. В рамках этого проекта в Набережных Челнах вторую неделю проходят встречи представителей власти и местных жителей. Накануне свои пожелания к обновлению двора высказывали жильцы дома 3805. Ни моросящий дождь, ни холод не напугали жителей дома 3805. Встреча представителей власти и челнинцев прошла на площадке прямо под ветвями деревьев. Во время таких встреч челнинцы могут высказывать свои предложения о том, что именно они хотели бы изменить в своем дворе. Все пожелания будут учтены и записаны, а в дальнейшем, возможно, и реализованы. А реализованы они будут по новой республиканской программе «Наш двор». После таких встреч разработают 4 типовых проекта, воплощение каждого из которых во многом будет зависеть от площади двора. Чем больше территория, тем больше принимаются предложения. Их у жителей дома 3805 оказалось предостаточно. Одна из острых проблем – узкая проезжая часть. У нас нет такой парковки, чтобы машина подъехала и стала вот разгрузиться. Тогда бы и мусорка бы проезжала. А так мусорка у нас заезжает, ломает все. Вот сейчас дожди начнутся, там болото начинается. Мы предлагаем вдоль дорожки, здесь ближе к посадкам, значит, установить тренажеры, тренажерные снаряды, чтобы молодежь, в принципе, была занята. Ну и вот по поводу сквера вопрос тоже затронули, чтобы его облагородили, чтобы было там приятнее гулять, чтобы сделали клумбы, почаще бы газон стригли. Такие встречи властей и жителей будут регулярно проходить до сентября, а затем все предложения и пожелания перенаправят в исполком. Идет наработка и, будем говорить, обсуждение всех тех предложений, о которых говорят жители, в каждом конкретном микрорайоне в установленное время. В ноябре месяце, когда будет обсуждаться бюджет республики на сессии Государственного совета республики, значит, будет заложены денежные средства для реализации данной программы. Старт глобальных преображений челнинских дворов намечен на май следующего года. За ходом изменений будут следить и сами жители. Эльмира Гайнутдинова, Андрей Буслаков, Челны 24.